Гандболисты «Зари Каспия» потерпели 5-е поражение в рамках чемпионата России в Суперлиге. Первый матч второго круга предварительного этапа каспийцы провели на выезде с командой «Факел ТКЗ». Основное преимущество в счете хозяева площадки обеспечили себе еще в первой половине матча. Итог первого тайма 20-14. Во втором периоде астраханским гандболистам догнать хозяев площадки так и не удалось. Общий счет 36-31 в пользу «Факела». Лучшим бомбардиром астраханцев стал Андрей Демченков. Он забросил 10 мячей в ворот соперника. В активе Сергея Придыбайлова 6 мячей с 14 очками. Сейчас «Заря Каспия» занимает промежуточное 5-е место в турнирной таблице чемпионата России.